Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с проектом SwatchCoin. Платформа, которая занимается решением одной из самых насущных проблем современного мира на сегодняшний день. Это оптимизация утилизации отходов. Действительно, подобный рынок, подобная проблема имеет место быть. Рынок для различного рода предприятий в этой области просто огромен. И это мы все это понимаем, и на сегодняшний день каких-то особенно эффективных решений мы не видим. Тем не менее, есть технологии, которые позволяют перерабатывать отходы, да, жизнедеятельности человека, причем независимо от локации. Это может быть отходы там, в городе или в сельском, отходы, которые остаются от жизнедеятельности человека в городе или в сельском хозяйстве. Все эти отходы можно перерабатывать и получать энергию. Есть предприятия, которые вырабатывают энергию, перерабатывая отходы. Это действительно очень прибыльный и долгосрочный бизнес. И платформа SwatchCoin стремится оптимизировать этот процесс и привлечь как можно большее количество людей принять участие в этом благородном деле. Платформа SwatchCoin имеет высокие рейтинги, высокие оценки среди рейтинговых агентств. Мы это можем видеть SEO Bench 4.6 из 5. Также остальные рейтинговые агентства мы видим действительно очень высокие результаты. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл проекта SwatchCoin и присоединяйтесь к нему. Ссылку на белую книгу, сайт и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. На мой взгляд, проект, безусловно, является перспективным. Я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения в наличии этой проблемы на сегодняшний день и в том, что команда профессионалов, которая собралась решать эту задачу, имеет все шансы на успех, не вызывает никаких сомнений. Проект действительно интересный. Пожалуйста, знакомьтесь с ним и принимайте участие в нем. Первая фаза токен сейла уже завершена. Осталось буквально несколько часов до начала второй фазы токен сейла. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь и присоединяйтесь к проекту. Есть время для того, чтобы принять участие на максимально выгодных условиях. На сайте проекта есть вся информация, которая позволит вам понять проект и познакомиться с ним, с тем, что для чего он существует и как стремится реализовать свои цели. Давайте посмотрим, что хотят нам рассказать о себе разработчики вот от их лица. Фонд SwatchCoin является некоммерческой организацией, основной задачей которой является интенсивно работать над перестройкой сектора управления отходами, выступая в качестве полного разработчика технологии и поставщика услуг в этой области. SwatchCoin делает существующие отрасли управления отходами максимально эффективными и способными справиться с тем, чтобы они стали более технологичными и в противном случае готовы и стали способными справляться с неизбежным кризисом по управлению отходами, с которыми сталкивается на сегодняшний день современный мир. Помимо работы с отраслями, SwatchCoin разрабатывает экосистему, в которой люди на массовом уровне будут осведомлены о возможности отходов, о возможностях отходов вокруг них, чтобы они понимали всю свою роль и ответственность и действовали соответствующим образом, преображая наш с вами дом, планету Земля. Пожалуйста, действительно, эффективность идей не вызывает ни у кого сомнений. Важно то, как и кто более качественно реализует вот эту концепцию.
SwatchCoin имеет действительно большой потенциал это сделать, поэтому, пожалуйста, знакомьтесь с проектом и принимайте участие в нем. Токен, платформа будет токенизирована, токен имеет большой функционал внутри, большой функционал внутри экосистемы и используется для и используется, естественно, например, как награды за ответственное удаление отходов. Также будут реализованы технологии внутри платформы. Это технологии искусственного интеллекта, Big Data и интернета вещей, которые будут интегрированы с блокчейн. То есть вся монетизация будет проходить действительно очень четко, ясно, прозрачно и безопасно. Что еще можно сказать о продуктах, которые, о инструментах и технологиях, которые будут реализованы в рамках проекта? SwatchCoin – это попытка совместить такие технологии, как Big Data, искусственный интеллект, интернет вещей с технологией блокчейн, чтобы каждый мог внести свой вклад и решить самую сложную задачу, с которым мы сталкиваемся в современном мире. Swatch Adaptive Intelligence – один из продуктов, который относится к индивидуальному применению технологии Adaptive Intelligence для повышения эффективности операций, в частности при обработке отходов для получения желаемого результата путем создания интеллектуального оборудования. Swatch Big Data относится к индивидуальному применению Big Data, позволяющему интегрировать передовые методы при транспортировке, при сборе, распределении различных видов отходов, а также автоматизированное решение на основе уже существующего опыта. Swatch Internet of Things или Swatch Internet вещей относится к индивидуальному применению интернета вещей, чтобы обеспечить полный дистанционный доступ и контроль внутреннего или наружного оборудования для переработки отходов и таким образом обеспечить резкое повышение эффективности. Swatch Bin относится к индивидуальным контейнером для сбора мусора, разработанным компанией SwatchCoin, имеющим различные функции, такие как, помимо прочего, автоматическая открывающаяся и закрывающаяся крышка, связанная база данных, пользовательских идентификаторов, распределение вознаграждений, интегрированное разделение отходов и так далее. Это вот действительно эти технологии, это вот они нужны, да, вот когда мы говорим о проекте SwatchCoin, мы видим действительно конкретное решение конкретной программы. Вот это именно то, что и привлекает вот лично меня в целом в подобного рода проектах и конкретно в этом проекте тоже. Действительно есть проблема. Решение, которое предлагается, действительно возможно реализовать. Это не сверх какие-то там это не теоретические решения, это конкретные решения, которые имеют возможность быть реализованными сегодня. Приводя, например, данные, вот как представить себе рынок, да, рынок, вот если это вот можно так вот выразить, да, вот объем тех отходов, которые вот здесь есть вот диаграмма. Объем отходов – это только те зарегистрированные страны, которые предоставляют информацию. Это объем действительно очень большой. Только зарегистрированные страны генерируют более миллиарда тонн отходов ежегодно. Для миллиардов тонн отходов ежегодно для доля образующихся отходов напрямую пропорционально темпам развития, указав, что в ближайшие дни быстрым развитием отходы будут расти экспоненциально. SwatchCoin стремится довести до 80% этих стран на платформу SwatchCoin к 2028 году. Это действительно очень такой амбициозная цель, и при ее достижении платформа будет иметь просто несомненный, очень-очень серьезный успех, что, в общем-то, и привлекает инвесторов в этот проект.
Пожалуйста, ознакомьтесь с платформой SwatchCoin и присоединяйтесь к ней. Есть время для того, чтобы поучаствовать в этом проекте. Сейчас идет вторая фаза. Сейчас начинается вторая фаза токен сейла, поэтому, пожалуйста, обратите на него внимание, знакомьтесь и присоединяйтесь к этому проекту. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!